Всех приветствую на нашем канале. Сегодня 28 января, и я хочу попробовать посеять вот такие семечки. Дикий имбирь. Это почвопокровник. Честно говоря, не пыталась о нем даже читать очень внимательно. Семена почти как у редиски. Поэтому вот когда такие семена, бывает, что, ну, может, рановато мы его сеем. Обычно все такие семена выглядят, там, капустки, я не знаю, горчицы. И поэтому, может быть, и зря мы посеем его на рассаду. Но так как это овощ не местный, фрукт, трава, мы ее просто испробуем. Испытаем, так сказать, на вообще на всхожесть и на внешний вид. Что у нас с вами вырастет. А то что-то мы нынче совсем без экспериментов, прям какие-то скучные. Все по старой схеме. Перлит увлажненный, почва сухая, снег холодный. Даже, скажем так, ледяной. Ну и сверху семечки. Хотя, конечно, эти семечки бы я лучше посеяла в пеленке. Но уже... Ну и в пеленке посеем тоже. Вот столечко возьмем. Потому что вдруг правда рано. Ну и положим так на снег. Но я бы их потом все-таки накрыла почвой еще сверху, когда уйдут они под снег. То есть раз снег растает и все уляжется. Будем наблюдать вместе эксперимент. Есть эксперимент. Ничего не обещаю, ничего рассказать о нем не могу. Но знаю только одно, что очень он красивый. Будет ли он у нас таким и будет ли вообще расти? Да будет, куда он денется. Если бы не знала, что будет, и даже бы не пыталась садить. Вот так мы оставим. Снег растает, я накрою землей все это. И накрою пакетиком. Результаты обязательно покажу. Ждите новых видео. Подписывайтесь на наш канал, будет много интересного. Всем спасибо, до свидания.